Всем привет! Добрый воскресный вечер! Очередной традиционный стрим. И о чем? Сейчас народ соберется и поговорим. Не то чтобы у меня было прям много новостей. У нас все хорошо. Команда готовится к соревнованиям в Салавате, которые пройдут через пару недель в Башкирии. Я пока не знаю, поеду туда или нет. Катя Зайцева собиралась, но... У нас, как обычно, все это бывает в силовом экстриме. Неожиданно позвонили и сказали, что сильнейший человек России пройдет в Туле или где-то под Тулой. В общем, в те же даты. В общем, билеты уже куплены, Катя летит туда. Хотя приехала она вчера с мистер Олимпия. Настроение бодрое. Все хорошо. И стартов, как обычно. Посмотрели турнир ФСР по дороге. Катя хотела поучаствовать в нем, но ей сказали, что вам туда нельзя, потому что там любители выступают, девочки. Чем отличается, хрен знает. Эти же девочки выступают на Siberian Power Show вместе с Катей. Ну, в общем, понятно, что, конечно, они для нее не конкуренция, ну и как бы все равно обидно, потому что девушке надо выступать, а по силовому экстриму стартов у нас практически нет, поэтому хватаемся за все подряд, поэтому вот так. Ну ладно, в общем, что-то тут собрался народ, да, немножко? Блин, что я мучаюсь? Я же ничего не вижу. Так, по вопросу, Андрей Эдуардович, добрый вечер. Увидел пост про ушедших спортсменов. Как вы думаете, что повлияло на их уход из жизни? Сверхнагрузки, анаболики, проблемы со здоровьем. Спасибо. Вот смотрите, если взять основную массу погибающих, умирающих людей, то это, в первую очередь, наверное, рак, инфаркт и инсульт, да? И вот, допустим, меня бахнул рак месяц. Ой, инфаркт. Ну, то, короче, только рака мне еще не хватало. Бахнул инфаркт, значит, вот я зашел в Википедию, ну, просто в интернет, и спросил, инфаркт миокарда. Значит, в чем предпосылки? Из-за чего? Значит, в первую очередь, смотрите, это диабет у меня второго типа. Это гипертонические заболевания. У меня мама была гипертоник, то есть это наследственное. Это ожирение. Ну, мне, слава богу, или к счастью, я не знаю, или не к счастью не грозит, потому что я никогда набрать не могу вес, для меня проблема. Сейчас он у меня вот катастрофически падает. Я худею прям на глазах. А потом нервно-психические напряжения. Ну, это когда вы психуете. Все говорят же, все болячки от нервов. И на последних местах это алкоголь и курение. Все. Как бы про стероиды, про спорт, про какие-то сверхнагрузки ничего не сказано. Поэтому все это инсинуации, которые кто-то там подтасовывает в своих интересах. Даже не то, что в своих. Просто людям промыли мозги. И для них, допустим, анаболические стероиды – это яд. Это вы травите себя, это практически кокаин или героин. Даже не кокаин, кокаин полезнее. Это практически соли, которые вы херачите. То есть вы сами как бы себя закапываете в яму. Но это чушь собачья. Как бы. И я уже не говорю о том, что те, кто у меня вот перечислены, спортсмены, которые умерли, я имею в виду, это у меня ВКонтакте, в группе есть папка –
бушедших, память об ушедших, по-моему, называется. И там я своих друзей, которые умирают, спортсмены, которых знал, которые знаю, я их там размещаю. Так вот, там большинство, это, значит, ну, инфаркты, инсульты я не знаю. Когда обычно говорят, от чего умер, не знаю. Это, скорее всего, оторвался тромб. Потом на втором месте там идут автомобильные аварии, на мотоциклах они там гоняют. Одного моего товарища Челябинска застрелили просто. Один мой товарищ Челябинска же опять повесился. Поэтому, ну, блин, ну, люди просто умирают. У нас нет статистики смерти парикмахеров. А если бы ее печатали, если бы они были особо приметные, допустим, сейчас бы у нас там какой-нибудь дизайнер, там какой-нибудь там Зайцев наложил бы на себя, ну, условно, он там умер вроде, наложил на себя руки, или там Юдашкин, и вот сказали, фу, так они мрут, блядь, у них профессиональное искривление. Это сильно отражается на их здоровье. Ну, как бы люди просто умирают. Вот такое бывает. Поэтому есть, конечно, доля, правда в чем, что когда ты принимаешь стероиды, кровь сильно загустевает. Вчера у меня один ученик, ему делали хиджаму, и вот кровь вообще не идет, она просто как кисель у него. Ну, как бы прям вот не вытягивает, банки эти не вытягивают кровь, прям сгустки какие-то. Ну, потом получше пошло, потом там вроде привели его в чувство, но это от глупости, это его проблема, это он не пьет разжижающие, это он не следит за своим анализом, как бы, ну, вот что-то такое. Я вот, допустим, делал плазма ФРС, потом забил на него. Если бы я не забил, у меня бы 100% не было инфаркта, потому что очень густая кровь. Просто она очень густая у спортсменов, даже если вы не принимаете стероиды, она у вас густая. Но при этом, конечно, у вас и сердце спортивное, оно увеличено. Но при таких нагрузках сердце, насколько я там знаю, что-то там 6 с лишним тысяч литров перекачивает вот этот насосик в сутки. И представляете, если это густая, там она как мазута, это кровь, ну, конечно, или как вишневое варенье там. Конечно, ему тяжелее, конечно, он не выдерживает, и, конечно, он рвется. Поэтому, вот, я думаю, что это никак не связано, и умираем мы, как и все, и, к сожалению, тут добавить нечего. Ну, а уже эти бабкинские у подъезда клише, то, что вот он жрет там, тут никуда не денешься от этого. В чем, на ваш взгляд, главный просчет Гитлера в войне в СССР и почему не хватило сил добавить? Москва была, до Москвы была рукой подать. Ну, я думаю, что у Гитлера была та же самая ошибка, что и у нашего фюрера, которому тоже сказали, что он Киев за 3 дня возьмет. Почему? Потому что они были уверены, что их будут встречать цветами. Как бы, ну, Европа же их встречала. И нормально, они там за несколько суток всю Европу захватили. А здесь вдруг такое оголтелое отторжение. Поэтому просто не ожидали такого сопротивления людей. А наши люди очень любят сопротивляться. Особенно если им хорошо промыть мозги. Как бы им даже насрать, что они в оковах. Они все равно будут биться до последнего. Поэтому у нас такое и происходит сейчас с Украиной. Потому что, что с одной стороны наши с промытыми мозгами, что с другой наши с промытыми мозгами. Они не понимают за что. Нет, я понимаю, что вторжение, что мы там вторглись на чужую территорию. Но по сути, что вот лично нам это нахер не нужно, что лично им это нужно только там. Только тем, кто наверху зарабатывает на этом бабло. И у всех разные причины. У кого-то власть, у кого-то деньги, кому-то просто нравится, что ему аплодируют, как герою-освободителю. Кто-то хочет прям забить себя прям в скрижалях, как Петр Первый, там, как Наполеон и все прочее. А как там паны дерутся у холопов, чубы трещат? Вот это из той же самой серии. Поэтому так и получилось. Как считаете, крайний бизнес-проект вашей жены выгорит? Ну, блин, я, во-первых, не считаю это бизнес-проектом, потому что Лина там
за 30 с лишним лет ни разу не работала и ничего не зарабатывала. Это творческий процесс, который ей нравится и который вполне возможно скоро бензин закончится, и она все плюнет на это все. Поэтому как на бизнес-проект я на это не смотрю. Денег это точно не принесет. В нашу семью, по крайней мере, точно не принесет. Даже если там будут какие-то деньги, и даже если будут очень большие, все равно эти деньги, я извиняюсь, просрутся. Потому что у меня жена шопоголик. И никуда от этого не деться. И все деньги будут уходить на то же самое, что она и сейчас и производит. Просто будут больше вешалок в шкафах. И все. Андрей Кадочников, куда пропала экипа? Андрей, она никуда не пропала. Она есть. Другой вопрос, что сейчас очень, ну, немногие. Это в основном близкие ко мне, к моей команде, к моим идеям. Спортсмены начали покупать экстремальную экипу, хотя сейчас прям и доллар тут подскочил, и границы тут закрыли, и прям все-все-все против нас. Все подорожало. А так, ну, она есть, хотя, конечно, ее мало. Но я думаю, сейчас не то, что экипа пропала. У нас спорт пропал весь. Совсем. Прям вот особенно какой-то профессиональный, особенно где нужны Европа, мир, там, и Олимпиада спортсменам, которые положили жизнь на это. Они, на них поставили большой крест. Поэтому спорта в нашей стране нет. Наш, конечно, этот киндер-сюрприз, конечно, рассказывает нам по поводу того, что сейчас мы на массовость упор сделаем. Но массовость – это ярмарка. Это у нас и без того были сабантуи. Приходите, на мешках там побейтесь с этим, на ремнях там что-то там на разы потягайте. Вам дадут там самовар, электробритву, как я помню, раньше мы ходили, зарабатывали. Какую-нибудь вазочку, петуха, я помню, зарабатывал, поросенка, свиней, ой, свиней нет, овец иногда еще прям чемпионом дают. Вот это сейчас наш уровень, массовый спорт, так что все вперед на ярмарки и сабантуи. А уже экипа, какая экипа? Экипа для единиц. Сейчас, секундочку, я загляну. Ты не читал. Поздороваюсь. Мухаммед, привет. Привет, Салавату. Дмитрий, я не знаю, увидимся или не увидимся, но ребята у меня прям так собираются, прям толпой. Едут на нескольких машинах. Добрый день, можно... Просто от меня толку сейчас никакого нет. То, что я выступать не буду, это понятно. Вон, вы видели, я там гриф 30 килограмм поднял, и прям горжусь собой. А я даже подавать не могу, а сидеть умничать. А толку от меня вообще никакого для моих учеников. Ната, добрый день. Можно ли добиться результатов именно в народном жиме, 1-2, если параллельно тренироваться и с большими весами? Ты знаешь, я даю своим после больших нагрузок обязательно многоповтор. Когда с грифом на 100 раз, когда с 30 килограммами, когда с 40, когда с 50 килограммами, на максимум, может кто там 100 не дожмет, но на максимум, допустим, на 50-60 раз там. Обязательно даю. Потому что вот пропустишь 2-3 месяца, и уже у них какое-то закисление происходит, и они уже как бы... А так вот для них, что 50 сжать на разы, что 100 сжать на разы, после 10 им тяжело, потому что они после 10 раз никогда не жмут. А так их загонишь в подсобку после жима, после основного жима. И прямо они в тонусе у меня всегда. Так что вполне, почему нет, можно с большими весами и вот в качестве подсобки устраивать народный жим. Другой вопрос, что народный жим, он тоже очень специфичный. Он же там на какое-то огромное количество времени рассчитан. На какие-то повторения, на какие-то паузы огромные там на вытянутых руках там и все прочее. Поэтому, ну... Ну, для женщин точно, я думаю,
никаких проблем. Вот для тяжей, конечно, это будет более проблематично. Потом, или ты на раз, или на сингла работаешь, или ты многоповтор вот это с пустыми весами хреначишь и хреначишь до упора. Как вот они там на «Звездных войнах» я пару раз пытался наблюдать, но это трешак вообще, там 50 килограмм там на 700 раз, на 555 раз, на 777 раз, они еще какие-то красивые цифры там выбирают. Ну и сами по себе как бы они не здоровяки. Ну вот это вот бум, бум, это марафон. Вот если кто-то любит монотонно, это, конечно, психотипы мышления такие, которые прям тягучие, медлительные, никуда не торопящиеся. Наверное, это такой специфичный еще склад характера. Я вот гирями занимался, так это для меня трагедия была. Вот это вот монотонно стоять, по 3 часа там толкать эти гири или рвать там, это ужасно было. Года на 3-4 меня хватило, и я ушел. Александр, добрый вечер. С сибирским приветом, Братск. Спасибо. Привет, Братску. Молвим, молвим. Табаров, добрый. Пока болеете, допишите книгу про Фанель. Мне неинтересно. Вот прям честно, неинтересно. Тем более, что вот кто-то спрашивал, куда экипа делась. Это же экипировка. Кому сейчас интересно про экипировку читать? Мне сегодня сын скинул в электронном виде мое облако книгу, говорит, вот, можешь выставлять на продажу. Я говорю, давай, выставляй, делай в электронном виде. А вот так идти, печатать, раздавать, потом, как, черт его знает. Ну, пока не торкает фанель. Как только вдруг, хотя я прям с трудом себе представляю, как меня может заинтересовать опять техника жима. Я где-то сейчас в обсуждениях было что-то, спор по поводу того, что жать стоя должен. Какой-то известный там троеборец написал еще тех времен 60-х, 70-х годов, написал, что вот для того, чтобы много жать на лежа, нужно жать стоя минимум там 50% от своего веса, что-то такое. И вот я им говорю, слушайте, суставная сумка так расположена, что она туда вот вообще не предполагает. Это только если травмироваться. Ну и кто-то начал мне спорить. Я говорю, ребят, сейчас Головинский с Белкиным придут, и за 2 часа по-быстрому вам объяснят вашу биомеханику, анатомию, как все это расположено, куда это все должно двигаться. Это надо любить. Меня отпустило. Не знаю, к сожалению, к счастью. Сергей Ольхов. Здравствуйте, Андрей Эдуардович. Нет страха, что будет еще один инфаркт, что придется вообще забыть про спорт, да и в целом про нормальное качество жизни. Слушай, ну у меня страха нет, потому что у меня этот момент наступил уже. То есть я, получается, получил один инфаркт, потом сходил еще на одну тренировку через пару дней, потом сходил в баню, потом еще на одну пятичасовую, потом второй получил. Поэтому, ну как бы, хрен его знает. Я сейчас в таком состоянии нахожусь, когда вроде бы про спорт забыть, мне сказали абсолютно все. И в качестве, вот в том числе и нормальную жизнь тоже. А ее сейчас нет. Прям совсем. То есть вы смотрите, на блин, 15 килограмм в своем зале хожу, и я не могу его поставить на место. Я ставлю, конечно, но при этом задумываюсь и как-то ссу. Поэтому вообще ничего нельзя. Вот там идет где-то светофор там горит, ты думаешь, блин, чуть-чуть прибавить, может пробежаться, потом уже не надо, лучше бежать, идти пешком, хотя все вот мое там нутро, но в машине я еще как-то гоняю, а так, конечно, уже нет никакой жизни, поэтому, ну, я надеюсь, что это ненадолго, потому что, я повторюсь, прошел месяц, и уже полегче мне стало, я боюсь, как бы у меня вот, как я хотел изначально полгода-год, я сейчас уверен, что я столько не выдержу отдыхать. Поэтому потихоньку вот уже начал что-то делать там, полегче стало. А так страх, ну, что страх? Как в этом стендапе говорят? Вот, говорит, зожники берут, а мне бегут, а мне все время им хочется с просека так выйти и сказать, вы все равно все умрете. То есть, ну, блин, ну, все равно. Конец один. Разумно ли смерти мне страшиться? Только раз я загляну в ее лицо, когда придет мой час. Так стоит ли жалеть, что я к
кровавой глины, костей и жил мешок, исчезну вдруг из глаз. Это мой любимый Омар Хайям. Ната. Я продолжу тему МОК и допуска на Олимпийские игры. Почему это только русских спортсменов касается? Есть же конфликт на Ближнем Востоке, но там все будут допущены. А МОК прокомментировал, что спортсмены за международные конфликты не отвечают. Ната, ты понимаешь, как бы мы же отличаемся, мы же вторглись на чужую территорию. Мы же захватили перед этим, за 8 лет до этого, захватили чужую территорию, захватили и присоединили ее к себе. Сейчас мы захватили еще 4 куска территории. Мы оккупанты, мы агрессоры, мы страна, которая напала. На Израиль никто не нападал. Что бы там ни рассказывали по поводу оккупированных земель, в Израиле нет оккупированных земель, в Израиле все, как написано по документам ООН о присоединении, прям все, вот все четко. А то, когда то, что вот это происходит сейчас в секторе Газа, так там его освободили израильтяне еще в 2005 году. Они там сами по себе живут. Просто, как бы, как вам объяснить? Вот я пытался сам для себя провести параллели между конфликтом Россия и Украина и Палестина и Израиль, знаете, они и очень похожи, и очень не похожи. Потому что это... Смотрите, мы напали, мы отняли, мы уничтожаем, мы продолжаем захватывать и присоединять. Не просто как раньше, мы хотим денацификации, демилитаризации. Про это разговора нет. Отобрали Донецкую, Луганскую, Запорожскую областя... Господи, Херсонскую, и присоединили. Не просто мы там зашли, как во Вторую мировую войну. Ну, мы же там полмира освободили. Но мы оставили под своим, как бы, патронажем все это. Лояльных поставили власти, значит, правителей. Но мы ушли оттуда. Это отдельные государства. А эти зашли, ну, представьте, вот сейчас бы мы сейчас, весь этот страны Варшавского договора, они бы были в Советском Союзе. То есть, ну, это наша территория, это территория Советского Союза теперь. Мы же так не сделали. Сделали все по уму. А это я не знаю, поэтому как вообще это сравнивать? А то, что этих допустили, этих не допустили, ну, на минуточку ничего не предвещало. Конфликтов не было хрен знает сколько лет, и в какой-то момент просто на Израиль напала соседняя, там, не знаю, автономия, там, как она называется. Это даже не государство. Но, тем не менее, они напали, они захерачили сразу 1500 человек, мирных жителей же там захреначили, мирных. Просто на фестивале, просто расстреливали и просто отрезали голову. И просто там еще кадры есть, где они затаскивают к себе туда, в сектор Газа, вот сейчас. А там не хотят уходить, и они, мы мирных граждан. Вот сейчас израильтяне бомбят мирных граждан. И вот у нас дагестанцы особенно, у нас дагестанцы. Ну не только там, короче, все присоединились, и Кабарда, и Черкесск этот, и Хасавюрт этот, Чечня, там все на свете, они поприсоединялись, они очень возмущены тем, что сейчас вытворяют израильтяне, они бомбят мирных жителей. Мирным жителям предлагали уйти неоднократно, и сейчас сделали ежедневно 4-часовой коридор. Выходите, выходите оттуда, из северной части в южную, идите. Не хотят, не хотят, ну, блядь, извините. Херачат. А то, что вот этот визг постоянно идет о том, что они там по детским школам, садам. Слушайте, я в 2014-2015 году был в Донецке и Луганске. Это нормально со всех сторон. И украинцы, и русские, и вообще весь мир используют эту тактику. Мне директора школ рассказывали, я-то с гуманитарной помощью был, я прям часами там с этими директорами школ мы беседовали, и мне показывали эти спортзалы с разбомбленными потолками. Они говорят, ну представляете, выгнали, говорит, вот сюда поставили зенитку, говорит, на футбольное поле, и херачат оттуда. Ну понятно, что в ответ прилетит. Они о чем думают? У меня школа работает, она не закрыта. А я что могу сказать? Я бегу, говорят, в этом муниципалитет. Я там говорю, а военным похеру.
И у меня фотографий, кстати, полно, даже вот в альбоме есть, где танки стоят сожженные, прям между, между школьными проемами, вот, и даже дети идут с портфелями вот так, мимо этих танков. Блин, но это общепринятая практика войны. На войне нет никаких правил. Поэтому объединять как бы агрессию России против Украины и агрессию против Израиля против Палестины, ну, это некорректно. Прям совсем некорректно, слушайте. Люди не хотят ничего. Они говорят, евреи не будут жить здесь. То есть то, что в 48-м году официально признали, дали им кусок земли, они его... Вы, если вы были в Израиле, вы знаете, что каждому, это пустыня ебаная, каждому дереву подведена трубочка медная. Каждому, каждое дерево выращенное в Израиле, это рукотворное произведение. Они все это сделали. Зайдите в Палестину, найдите там дерево. Там только самое густонаселенное. Им не до деревьев, им надо детей рожать. Они херачат детей. Плодят их там. Самый густонаселенный район в мире, где проживать практически невозможно. Им воду дает Израиль, электричество дает Израиль, медикаменты дает Израиль, все технологии, они лечат людей. Ну, блин. Поэтому мне, конечно, не хотелось этот вопрос поднимать. Просто, ну, почему-то вот сейчас постоянно мусолят вот это. А почему вот этим можно, а нам нельзя? Да вообще это несравнимые вещи. Несравнимые. Мы живем в фашистском государстве. Поэтому с нами так сейчас и обходятся. И будут обходиться дальше. Дальше будет хуже. По территории сложно все. Евреи пришли, вернее, попросили убежища в Палестине в середине 20 века. Что за бред, Дмитрий? Кто попросил убежища? Ну, блин. Израильтяне там жили тысячи лет, вы понимаете? Тысячи. Иудейской вере 6 тысяч лет. Христос у вас откуда, блядь? Он откуда взялся? Он там жил, Христос. Как, кто, блядь, в 20 веке кого попросил? Ну, что, блядь, за бред вы несете, ребят? Ну, нельзя так. Ну, почитайте немного. Это открытая информация. Даже в нашей закрытой стране. Откуда у вас Христос взялся? 2000 лет назад. Он где родился? Он кто был? Евреев приютили, блядь, палестинцы. Иди посмотри, как палестинцы живут. Кого они вообще могут приютить? Это, блядь, не знаю, с чем сравнивать. Цыгане, табор цыганский. Которые живут прошлым. Вот они в каменном веке, они же, как в Афганистане. Вот они живут точно на том же самом уровне. Узаконили свое нахождение там своими священными книгами в 20 веке, своими священными книгами. Блин. Ну, Дмитрий, ты трошак говоришь просто какой-то. Не поддающийся критике. Так, ладно, дайте я вернусь. Сейчас тут какие-то еще вопросы есть. Нет, я посмотрю так. Андрей Кадочник, так, это про экипу. В каком возрасте и обстоятельствах рухнула первая иллюзия на эту жизнь и последняя? Да иллюзий у меня особых, ты знаешь, не было, наверное. В молодости точно. Я трезво оценивал себя в этом обществе. Я очень плохо учился. Прям от слова «очень». Никаких знаний не получал совсем. И не хотел совсем их получать. И поэтому, ну, то есть у меня были какие-то мечты и желания. Я вообще мечтал изучать океан. И даже где-то какой-то был институт в Екатеринбурге. Но я понимал, что при любых раскладах я его никогда не закончу. И поэтому... На чудо какое-то надеяться я не хотел. Поэтому жил себе и жил. И как-то потом со временем понял, что... Диплом о высшем образовании – это совсем не важно. Хотя учился потом и в техникуме, в училище, и в техникуме, и в институте. Но это было потом, и опять же, только из-за диплома. Но сейчас я понимаю, что у меня и дети также учились, и сейчас точно так же учатся. У меня двое там,
одиночно, один заочно в педагогическом колледже. Я понимаю, что это фикция, и работать никто по профессии не будет, и дипломы эти по профессии не нужны. А по поводу иллюзии первая и иллюзия на эту жизнь и последняя, вот последняя иллюзия, ну, если можно так назвать, иллюзия, разочарование последнее, самое большое, это 20-й год, это когда пришел ковид, и я окончательно убедился в тупости народонаселения нас окружающего. И как бы, когда на них напялили маски, когда им запретили дышать свежим воздухом, как бы я понял, что это биомасса тупая, безмозглая. И когда начался СВО, они тогда к тому времени уже были готовы вакцинировать и себя, провакцинировали, сейчас страдают от этого, и своих детей были готовы, но вовремя, наверное, хоть и нельзя так говорить, война началась, а так бы и детей провакцинировали нахрен. Но тут переключился градус внимания, ушел туда, и их направили туда. А поскольку это биомасса, биомассе какая разница, и куда направят, туда она и течет. Она потекла зарабатывать бабло. Сейчас вот фильм я посмотрел, не посмотрел, только рекламу прослушал, сериал «Пентагон». И я так понимаю, там вот, вот это прям про наш народ. Прям про наш народ. Которые где-то там в каком-то маленьком городке, они живут в нечеловеческих условиях. И я понимаю, вот этот, и вот оттуда они и на фронт, и везде, и как бы и боятся. Вот этот вот животный страх. У них вот этот животный страх вселился, и сейчас его уже ничем не выбьешь. Его и тогда, и после Сталина не успели выбить за какие-то короткие там промежутки. Вот теперь 60-х и там в 90-х чуть-чуть не успели. И опять встойло. И опять промывать мозги. Вот это основная и последняя иллюзия. Хотя, наверное, ее и не было изначально. Так. Александр Белозоров. Если из вашего окружения люди, которые из других видов спорта перешли в пауэрлифтинг, какие у них успехи? Спасибо. Александр, полно всяких, всяких. А Женя Никаноров, вот сейчас мой ученик, который тренером у меня тут работает, он ММАшник. Прям бился, прям он был фанат. И прям он когда пришел, я как раз занимался детдомовскими мальчишками. И как раз у меня сын уезжал из города, который их тренировал, этих мальчишек, по кикбоксингу. Кикбоксингу он тренировал. И я отдал ему вот этих мальчишек. Он их тренировал, потом там группы набирал, потом долго, потихоньку. А Жим победил. Вот сейчас он в команде, как бы, ну, после Кати такой прям один из самых перспективных, потому что такой настоящий спортсмен, настоящий фанатичный. А так полно, полно у меня всяких. Ну вот, допустим, Дима Лунев, который умер от ковида, мой близкий друг, он был заслуженный тренер по боксу, вице-президент спортивного общества «Динамо» России. И боксер прям всю жизнь, я его знал там лет с 12-13, наверное, еще совсем прям мальчишкой. Потом он пришел в зрелом возрасте, он выполнил у меня МСМК. И сын его мастер спорта тоже молодой, Устин. Ну, сейчас он забросил после того, как папа умер. Вот в ковид, как бы, он сейчас опять боксом, по-моему, занимается. Так что, ну, это так навскидку просто. А так очень-очень много. И штангисты бывшие, и боксеры бывшие, борцы бывшие. Да полно. В принципе, чем хорош пауэрлифтинг, он может быть очень возрастным видом спорта. То есть там, а если ты еще и экипу освоишь, у тебя вообще ограничения. Ты можешь хоть до 90 приличные результаты. Главное, овладеть техникой. Ты можешь много-много-много лет оставаться в строю. Ну и когда коллектив хороший, конечно, это тоже очень важно. Брэдбери, Скотный двор. Согласен. Говорите, что плохо учились, а историю очень хорошо знаете и правильно анализируете, в отличие от многих. Значит, это я читал очень много. Это было прям мое любимое хобби. У папы была огромная библиотека. И все, что я... Как только я отдельно стал жить, отдельно я прям стал жить
с 18 сначала, с 19 сначала в армию, потом с армии я сразу же, прям ни одного дня не ночевал дома, я снял квартиру. И первое, что я стал делать, это собирать книги. У меня еще мама на заводе работала общественным распространителем книг, и была возможность через нее покупать. Я там треть зарплаты отдавал за эти книги, я очень-очень много читал. Наверное, оттуда. Я даже, вот ты знаешь, я пишу, видишь, ну, с одной стороны, лень мне, там, знаки препинания ставить там, а с другой стороны, многоточие, ну, так легче для меня. И если какие-то орфографические ошибки, у меня их не так много, но я их зрительно. Я вот не помню правил практически никаких в русском языке, в литературе. А вот если я вижу слово и сомневаюсь, слышу слово, сомневаюсь, как его написать, я его просто пишу, и я вижу сразу, как его правильно писать. Зрительно у меня просто запоминаю. Как оно должно выглядеть на бумаге, в печатном виде. Рад вас видеть. Здравия, Андрей Дович. Спасибо, Владимир. Где работали ваши родители? На заводе. По 45 лет оба. Магнитогорский металлургический комбинат. Папа работал в смежное Уралдомнаремонт. Ремонтировал эти домны. Ну вот, собственно, и все. Вопросов больше нет, поэтому давайте, наверное, заканчивать этот стрим. Спасибо. Что тут у нас? Оренбург мелькнул. Петя, привет. Извините за личные вопросы. Помирились с сыном, смотря... ну, если со старшим и возможности не было, и желания нет, он продолжает воевать. Он сейчас уже... Получается, где-то месяцев, наверное, с марта, сколько уже, месяцев 10, наверное, что на фронте, и мы на этой почве с ним не общаемся, как бы, нет. Но у меня еще 3 есть в запасе, так что все нормально. Приветствую, привет, Тюмени, Сергей, но ты последний, ты поздно, мы заканчиваем уже, потому что я на все вопросы ответил, по-моему. Все, всем пока, всем спасибо за стрим, если все будет нормально, дай бог здоровья, на следующее воскресенье встретимся здесь же. С вами был Павел.